Покажи руку. А ты что, в камень? Да, подойди, подойди, покажи руку. Всем привет, ребят, с вами я, Джейсон. Со мной сегодня Васко. Всем привет. И сегодня мы снимаем влог на велосипедах, вот, как видите. У Васко такой четкий велик, потому что он свой сломал и взял велик брата, да, Васко? Да, мелкий вообще для меня. Да. И так мы едем на тренировку. И мы едем на тренировку, будем снимать, короче, как мы на тренировке. Вот, мы будем тренироваться, вы это все увидите. Но если честно, немножко неудобно ехать, поэтому я не буду снимать, как мы едем. Да. Только решил немножко поснимать. На тренировку. Да, поэтому, ребят, ждите, сейчас мы продолжим. Ребят, мы спускаемся на тренировку. Это еще будет на канале Васко, но также будет и на моем канале, потому что они мне очень сильно нужны. Да. Вот такой тут вид. Мы переходим. Все, погнали. Короче, ребята, мы сейчас по этой идем. Вот наш догаматель. Вот моя лодочка. Вот ты, Джейсон. Посмотрите, как нас много, это капец. Вот идет Васко, вот какой-то пацан. Нас просто, нас миллион, ребят. И мы сейчас будем просто ходить. Ну, это так говорят, ходить. Можете думать, как плавать. Сейчас будем снимать, короче, друг друга, будет четко. Наш Васко да Гама плывет как бог. Пусть упадет, ну пожалуйста. Он не упадет, я уверен. Он же Васко. Хотя он уже упал один раз, кстати. Но я это не заснял, к сожалению. А ты что, в камень? Да, подойди, подойди, покажи руку. Слушай, ребят, пацан просто взял и ударился об камень и упал. Ё-моё. Фу, блин, не могу смотреть. Это ужас? Да, это ужасно. Прямо на тренировке, ребята, просто на тренировке. Либо Данику. Они же будут меняться, да? Да. И передавать друг другу. Хорошо, если всё, и я тебе иногда буду давать. Да, да. Где мы сейчас скажем? Женя, Даник, иди сюда, пожалуйста.